Еще пригодится, но выбросить можно. Правда, не на обычную контейнерную площадку. Новогодние деревья, которые радовали все каникулы, принимают в специализированных пунктах. В Подмосковье стартовала акция «Подари вторую жизнь своей елке». В этом году у нас организовано 13 мест. Добавили два новые. Это новый жилищный комплекс ЖК «Инновация». Так как ЖК все заселяется больше и больше, и потребность в таких местах существует. Будем рассматривать на следующий год организацию таких мест и в ЖК «Сколково». В прошлом году благодаря акции собрали около 1000 деревьев. Их измельчили в щепу, а потом отправили на корм, удобрение или благоустройство. Специалисты настоятельно рекомендуют осознанной утилизации елочки подготовиться, очистить ее от мишуры и украшений. Вот в таком виде или вот в такой упаковке елки выбрасывать категорически нельзя, потому что эти материалы не перерабатываются. Можно стянуть ветви холщовой или жутовой веревкой. Кроме переработки, старое дерево можно использовать на даче в качестве дров, отправить его в компост или укрыть им многолетние культуры. Будут рады елкам и соснам в зоопарке или на ферме. Для животных это не только деликатес, но и теплая лежанка. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».